первый на подборе. Швед делает небольшую паузу, отступает и бросает со средней дистанции. Первые очки для ЦСКА сегодня, ну и, наверное, вот пауза все равно для Алексея. Момента в предыдущих играх сезона Давидова сам, и это надежно. Идет проход, поднимает воздух двоих, просто роскошно. Все было сделано, двоих оппонентов. Вниз. И ох, как закрутил эффектно Алексей. 42-37. Ухов. Повторение старта пятерки первой половины. У ЦСКА на паркете Каспер Уэйр. Начинает с точной тренировки. После двух реализованных штрафных. Швед. Все, не оставляет попыток забить издали. И делает это впервые. Уже 70-14. У Самары 7 из 17. Каспер. Да ладно, еще одна. Что творит этот парень? 4 трехи за 5 минут. Забивает Каспер Уэй. Ситуациях набрать очки. Уэйр, какой пас! И Жан-Шарль забирает сверху.